банковские аферы были, люди делали из ничего миллион. Причем никто не жаловался, что у них что-то украли. Подделали. Нет. Все было хорошо, все красиво. Обманывали. Нет. Никого не обманывали. Ну все так говорят. Тем не менее, что они придумали? Вы все можете примерно понять, в чем фокус. Это тема там, 4 класса. Забирают одну копеечку. Направление. Нет, ну просто если у тебя 1 миллион потребителей, ты с каждого будешь забирать одну копеечку, лишь у тебя кошелек, они никто из них не заметит. Это тоже мошенничество, это тоже, в общем-то. Да, ну кто заметил, одной копеечки можно так. Нет, пирамида нет. Дело не в одной копейке. Дело не в одной копейке. Просто где-то у нас там насчитать проценты, и получилась, скажем, величина от балды. Что с этой стороны? Предположим, что вот так. Денег на карточке? Денег на карточке, да? Ну, какой ты там платеж? 350. Нет, 35 долларов. 35 долларов. Маленькая сумма. До чего она будет охраблена при любом нормальном переводе? До 35. 35. Это в нормальном случае будет отброшено. Если это себе приходить. Они забирали вот эти вот сотые тысячные доли. Таких операций куча. Таких операций куча, и вот там порядок. Да, и вот этих вот хвостиков, у них набегали совершенно безумные суммы. И при этом это не было мошенничество. Ну, это обычно есть мошенничество, поскольку вот оно округлено до долларов и центов. Слушайте, а когда они это забирали, это кому отходило? То есть они себе на счет переводили там 0 долларов, там 0. Это как собирать мусор, типа, бесполезно. Да. Да, или как рядом с. Собирать мусор 10 лет, а вот так. Так можно много насобирать. А потом набрать золото на миллион. А кто этот? Против был. Ну, когда выяснили, ну, не могут деньги сотнями тысяч, десятками тысяч долларов утекать из ниоткуда куда-то. Такого не бывает. Ну, не бывает, что там в банке крутится миллион, а потом через некоторое время получается 1,5 миллиона крутится. Из ничего. На самом деле, действительно из ничего практически. Их осудили или нет? Честно говоря, не помню, чем кончилась история. По-моему, все это повесили, мошенничество. Нет, это не